потому что ассоциируется с сердцем, добро несется от сердца. Получается, просто смотрела в интернете эмблему благотворительного фонда «Солнце в ладошках». Просто смотрела картинки и наткнулась на эмблему вот фонда. И потом я написала директору фонда. Говорю: «Елена Алексеевна, здравствуйте, я хочу стать волонтером». И на следующий день она мне пишет: